Это не те бокалы для вина. Блин, а где бокалы для вина? Ты ее выпалы. Их. Блин. Блин. А. Нас сейчас палят, сейчас все плохо будет. На Фаня. На Фаня. Как-то лучше. Окей, главное не заложить. Еще раз, они на этот раз уже ушли. Чисто по верхней просмотрим. Что это? Стеклянная тарелка? Нифига себе тарелище. Что у нас тут? Чего? Рубик. Ага, наушники. Гарнитура, джекпот. То, что мне надо было. Так, что убрать? Что убрать? Что убрать? Наушники. Все, гарнитура мне нужна была. Давайте котик. Деньги есть? Все, на наушники нет места. Хотя я сейчас могу вот так вот сделать. Ничего, все нормально будет. Вот так и нормально все. Да ладно, блин. Нет. Так, я не поведусь. Все, идемте отсюда. Сюжетку сделали. И погнали. Уи! Прыжки такие. Уа! Домой. Да. Там кубки. Сейчас будем смотреть. Планшет, который ты достал, особенный. Удали все данные, отправь его мне в качестве доказательства. Так, первый уровень навыка электроника. Навык электроника, да? Че, не могу? Я не могу. В чем проблема-то? Блин, у нас уже есть. Требуется уровень 14. А у меня 13. Блин! Блин! У меня 14 уровень. 14 уровень. Я еще сюда скину. Блин. Давайте позырим. Так. Покупка, по-моему, там была. Да ладно. Что, не было? Блин, нифига я брал. Ну ладно. Ну не надо. Вот гарнитуру можно. Кухня, другое. Ряд. Ничего нету. Так, это у нас что? Эти бокалы пить вина, посуду, украшения, юмор, хакинг, хакинг. Даже купить не могу. Взлом автомобильного замка. Требуется угон уровень 1. Ладушки. Что у нас тут заблокировано? Заблокировано, заблокировано. Ключи надо. Ну, тоже. Ну и все.
Теперь погнали в ломбард. Welcome back. Welcome back. Продать, продать, продать. Отлично. Что у нас осталось-то в руках? Только наши инструменты, да? Блин, даже вот в такой простой игре надо гриндить. Надо пойти и самообразованием заняться. Давайте припаркуемся где-нибудь, я не знаю, вот здесь что ли. Мужик, ты же не против? Здесь нам ничего не надо делать. Здесь? А здесь? Ну блин, приколы. Ладно. Разбейте бокал для вина. Кстати. Блин, они уже скоро придут. Метод, в принципе, только открыть это окно на кухне. Надо еще забраться на каким-то образом. Единственный способ это через выходную дверь. Туда. Давайте по мелочи. Блинка. Блинка. Дело на 500 баксов. Неплохо. Это, блин, только из-за... Ну давай, чё ты. Только из-за сложности самого дома. Я бы сказал, из-за сложности хозяев. Так. Вот так вот даже прикольнее будет, по-моему. Бокалы для вина. Мне нечем бить. Если мне... Предметы. Слот быстрого доступа. Блин. Лом. Слот быстрого доступа. Вот так вот. Во. Ломайте уже. Какие бокалы-то надо? Я не понимаю. Это не те бокалы для вина. Блин, а где бокалы для вина-то? Ё, выпало. Где их? Блин. Блин, а. Нас сейчас палят, сейчас все плохо будет. На Фаня. На Фаня. Как-то лучше. Чё, взломать сейф еще раз? Ладно, не будем рисковать. У нас чистое дело. Да, чистое дело. Мы выходим вот так вот. Мы выходим сзади. Выходим сзади и выходим вот так вот. Отлично. Все, спалили. Блин, в рюкзаке у нас ничего не опустилось. Сам прикол-то. Давайте посмотрим, есть ли у нас дела на простенькие те дома. Легенькие. Блин, я ключи не взял. Вот там мужик-то со своим восклицательным знаком. Здесь нечего делать. Здесь тоже нечего делать. Сюда тоже нечего. Здесь тоже никак. Сюда. Не понял, у нас же там вроде куча всяких странных заданий. Ай, газуй, где у нас это типа. И не сюда тоже. И сюда, не сюда. И не сюда. Не понял. А, кстати, вот там еще один дом остался. Почему нас зовете? Вопрос. Вопрос. Заметки.
Джонсона, 102-й. Через забор на заднем дворе легко перелезть. Но это 102-й, я знаю. Дела. Одно из трех. Сломайте, украдите украшения. Разбейте посуду. Украшения. Почему она белая у вас? Уильямса. 103-й. А, в 103-м доме я вообще даже не был. Лампа и раковина. Джонсы. Здесь все сделано. Миллеру тоже все сделано. Здесь у нас сделано. Все сделано. Здесь у нас сделано. Ё-моё. Все у нас сделано. Вот здесь у нас не сделано. Здесь 102-й. Тот мужик меня сильно бесил. 102-м. Кстати, ключик должен быть. Кстати, надо за ключом забежать. Да я бросил тачку. Здесь я бросил тачку. Так. Ход от 102-го. И закрыть, пожалуйста. Отлично. В 102-м, по-моему, в это время у нас никого нет. Ага, сейчас они придут. А, уже пришли, уже в гостиной. Блин. О, поступил вызов в полицию. Блин. Так, эти не дома. Блин, эти тоже сейчас придут. Вот это зашибись. Вот это я нормально попал, блин. Чай, печаль. Ладно. Давайте. Это мне не надо. А то придется опять выходить. Все, у нас отлично. Мы входим. Мне нужно подобрать вазу. И уж точно уж. Так, что это было сейчас? Что, консоль есть? Нифига. Надо разбить посуду. Посуда. Отлично. Что у нас вообще еще есть? Ну, один раз, в принципе, забрали, да? Вот это фиг знает. Чтобы я не взломал еще раз. У нас время, конечно, есть, но не настолько. Здесь должны были быть наушники. Ну да ничего. Ай, отдай. Я вижу флешку. Я вижу мышку. Вазочку. Вот здесь у нас пад. Инвертарь полон. Прикол. Так. Давайте украдите украшение. Это была ваза. Все, в принципе, да? О, у нас заблокировало. Ну что, вот и все. Так, и у нас здесь были параметры. Камера перед домом. Что у нас пока все? Блин, было бы неплохо делать чистые дела. Чистые дела, они... На них хорошо его поддают. И это шикарно. Домой. Домой нам нужен всего один опыт. Скрытность. Подкачала. Нам всего один уровень нужен. Хакинг 5500. Охранного замка. Скоро можно будет сделать. Что у нас? Часть для машин. Где мы это все возьмем? Я вот даже не представляю. Так, разбить и выкладить лампу. Сломать раковину. 103-й дом, между прочим, надо. 103-й дом. Но сначала давайте зайдем, пожалуй, в ломбард. Ламборгини.
Ламбарджи. Кто там наш главный? 400 баксов ваза, нифига себе. Все продано. Офигеть, у нас 10 тысяч. Мы заработали 10 тысяч. Едем на Гринвью и идем в 103 дом. Погнали в 103 дом. 103 дом. Это у нас где? Там 9 103. Точно. 103 дом — это вот этот синий. Давайте посмотрим. Вопрос. Это, конечно, вопрос. 103 дом через забор? Нет. Здесь у нас так не получится. Здесь нам надо ехать в блок. Кто нас спалил, блин? Да беги нафиг. Давай. Кликнули, да? Не дома. Не дома, осталось только это в гостиной. По сути, так, как бы. Здесь можно забраться. Я понял. Гостиная у нас внизу вообще-то. О. Отлично. Вот это прикольно. Чпок. Меня напрягла вот эта веревка. А, это штора. Это веревка, штора. Чё еще тут есть такое? Интересно. Гостиная это у нас где? Это точно не гостиная. Гостиная у нас где-то внизу. Рак, между прочим. О, тут сейф. Вопрос. А что в сейфе? 23. Черт, так и знал, что весь круг придется пройти. Тоже где-то 20, да? Ну да. Прикол вообще. Здесь у нас только деньги, да? Ой. Это плохо. Так, короче, мы знаем, что это у нас внизу. Ванну сломайте или разбейте раковину. Нифига себе, тут джакузи. Где мы раковину-то возьмем? Здесь раковина не та, что бьется. Нас так спалят. Так, а где я зашел-то? Ё-мо. Сейчас какую комнату? Металлическая ваза. Гостиная, да? Зашибись. У тебя идет что-то незаконное. Вот, блин.
Ну, лампу я взял. Хотя бы. Черт, офицер выбежал. Надо прятаться. Отлично. О, он уже здесь. Опять палит меня. Ух, какой. Чё тебе? Вот именно надо прийти сюда и встать именно здесь, да? Как же иначе? Любой, как же иначе? Да. Он же не может по-другому. Чего? Это как первый Assassin's Creed. Ты спрятался, все, уже за углом сидишь. Нет, они тебя найдут, пока ты не спрячешься именно куда-то. На скамейку сядешь там куда-нибудь. Блин, в эту перголу наверху не залезешь. В туалете. Туалет номер два. Что значит туалет номер два? Значит, есть туалет номер один. Электронный? Что? Электронный? Туалет номер один. Туалет номер два. Это, наверное, туалет на втором этаже. По-тихенькому. Я надеюсь, мы по-тихенькому разобьем раковину. Где раковина? Блин, да где раковина? Разбить по-тихенькому? Там надо разбить раковину. Где? Блин, где еще один туалет? Где эта раковина? Вот она. Сейчас нам спали. В гостиную пошла. Ёлы-палы, все, мне капец. В шкаф залезай. Да вот именно, что в шкаф надо лезть. А, я слишком толстый. Я не успеваю. Давай быстрее. Фух. Так, сейчас вызову полицию, нет? Свет включили. Угу. В туалете. Он мелькает вроде. Что такая музыка пошла, стрёмная. Не, хотя если бы я был таким тоже, там, чётким хозяином, я какой-то такой... Ага, в квартире вор. Надо включить чёткую убойную музыку, как будто он что-то пересрётся. Всё такое, ооо, погнали. Обязательно проверю всё шкафы. Да. Не, шкафы лучше не проверять. Просто молча усрётся там и всё. Отсюда свалить хоть как-нибудь забраться, как называется, выбраться. Опа, я выбрался. Так, ну почти хорошо бы получилось так. Вываливаемся. Это в ломбард, наверное. Чё париться-то? Лампу сразу в ломбард загнать. Да. Видно, себя опять подкачала.